Вся страна потрясена страшной новостью, пришедшей к нам из Кемерово. Там 25 марта произошел сильнейший пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Сотни пострадавших, десятки погибших. Сегодня на Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Траур объявлен также в Рязанской области, Ингушетии и во Владивостоке. Рыбичане тоже не остались равнодушны к этой трагедии. Многие в социальных сетях на своих страницах разместили траурные фотографии. Что жители нашего города думают по поводу случившегося в Кемерово? И что, по их мнению, можно предпринять, чтобы подобных трагедий не происходило? Об этом мы поинтересовались на улицах города. Ну, ужасно, конечно. Там дети в основном сгорели, говорят. Но я читал про это в интернете, что я вот только не знаю причину, почему он загорелся. Прямо очень переживала, плакала. Очень. Какая-то халатность. Все закрыто, все двери закрыты, прямо, ну, жуть. Все скорбим. Ну, надо относиться ответственно к своей работе. Там были запасные выходы закрытые, охранники не пропускали, это же вообще безобразие. Это там чисто диверсия. Как поджечь и двери закрыть еще вам? Это самое, еще на четвертом этаже делается это внизу. Дети, где он выскочит, окон нету. Думаю, что как Путин сказал, разгильдяйство, так и есть. Вся страна разгильдяев. Ну, конечно, трагедия. Особенно, когда дети погибают. Это вообще для родителей очень страшная трагедия. Ну, я хочу, чтобы побольше было проверок в связи с пожарной вот этой вот охраной и вообще. Думаю, скорее всего, что сигнал поступил на охрану, а охранник отключил. И все вот это вот мое мнение. Потому что сработка идет моментально из-за земли. Конечно, жалко людей погибли. Жалко. Тяжело. Я даже функции не спать не могу. Трагедия, большая трагедия. До слез скорбим. Жалко всех. Очень жалко. Все это бесхозяйственность, все это плохая работа на местах. Контроль за рабочими, за сотрудниками. Если каждый будет выполнять свою работу так, как нужно, никогда ничего не будет и произойдет.